Ай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и вы меня просили, и я выпускаю новую серию снайперов. Я же знаю то, что вы ждали. Ну, кому вы рассказываете, кому вы рассказываете? Я вам по секрету скажу, иди сюда. У меня очень много планов на эту серию. Ты же любишь снайперов? Если любишь, то прям сейчас поставь лайкбусик, потому что вот тут вы прям очень много лайков поставили, я надеюсь, то, что вы также наберете в этой серии. У меня много планов, новые оружия, новые нычки на карте, и все больше и больше и больше серий по снайперам. Если ты хочешь, чтобы я не заканчивал эту рубрику, то прям сейчас поставь лайкусик. И знаете что? Если ты прям сейчас вот подпишешься на мой инстаграм, ник на мой инстаграм вот тут, и в описании также есть ссылочка на мой инстаграм, кто сейчас подпишется на инстаграм, тот настоящий снайпер. И я тебе по секрету скажу то, что сегодня я всем своим подписчикам в инстаграме буду ставить лайки, поэтому чем быстрее ты подпишешься на мой инстаграм, тем быстрее ты получишь от меня бесплатный лайк. Подписался, получил лайк, прям сейчас, давай, а мы будем начинать снайперов, давай быстренько, быстренько, погнали, давай, быстро. Пацаны, давай, а то мне мстить или что? Короче, кто на F5, тот кордоли. Нифига, вот это. Не, жестко. Я так я запикаю, Игорь, такое нельзя говорить, ты же с ума сошел. Я перделаю, лучше. Fucking bitch, тогда fucking. Fucking bitch, кто на F5, тот fucking bitch. С этим согласен. По-польски нельзя обзывать. По-польски нет. По-польски нельзя. Это очень похоже на русский. Я перделаю. Ну то, что ты перделаешь, это, конечно, я тебе сочувствую, Жека. Мне кажется, мне кажется, кто-то на F5 сейчас стоит. Мне почему-то так кажется, вот этот чувак в синей маске. Снимали. Подожди-ка. Почему-то, почему мне очень кажется, то, что он на F5 сейчас стоит. Вот тебе прям. Кажется. Очень кажется. Тебе алло. Эдисон, я тебя видел. Ты лучше знаешь что? Ты лучше не стреляй сюда, понял? В смысле не стрелять? Я что, стрелял? Что-то Эдисон разошелся, мне страшно. А что разошелся? Я ничего не разошелся. Давай, в кирпичном здании, убивай его, Жека, давай. В кирпичном здании? Слушай, полезная информация, полезная информация. В кирпичном здании, пацаны, в кирпичном здании. Был замечен снайпер. Да что за хрень? Снайпер был замечен, замечен. Это все Игорь. Игорь! Что такое, Эдисон, попасть? Мне страшно с вами снимать. Вы там... Что происходит? Успокойтесь, хватит. Хватит! Да хватит! Минус еще один. Считаем патроны, давай. Считай патроны, Игорь. Сколько у меня осталось? Считай. Давай, попади по мне, давай. Опа! Попасть по тебе. Ты что думаешь, это так просто попасть, когда ты прыгаешь? Он прыгает, и я должен попадать. Игорь, ты с ума сошел? Мне страшно! Дебилы. А где вот этот чувак в этой синей маске? Где он? Этот синей маске... Чувак в синей маске. Я не знаю, я тебя видел, Жека, сейчас тебе скажу. Собака тупая. Да, ты молодец. Ты опять в том же месте сидишь и крестишься! Ты ждал, пока я пробегу именно так, через Эдисон, тебя! Эдисон, мне можно, мне ага, можно. Ага, я слишком нуб. Слишком нуб. Нубик! Эдисон! Пацаны, вы не умные. Вы очень не умные, я вам честно скажу. Я наверху, Жека. Давай. Ты на здании, да? Да. Видишь деревянный балкон посреди карты? Ну на балконе, Жек, ну ты что, не видишь? На балконе. Ну на балконе. Да, на балконе. Я на балконе. Да не на том балконе, не на том балконе, а на другом балконе. А, на том балконе. Да на том самом балконе. Такой же лысый, понимаешь? Смотрите, типа он тактику какую-то задумал. Да падла, сколько? Почему? Почему? Ты в геймоде? Я не в геймоде, я тебя вообще не мог ударить, что? Не, он не в геймоде. Что происходит? Давайте уберем эти. Поехали! Поехали! Мы-то уже поехали! Лиди, вы только посмотрите на него! Да, как бы здравствуйте, дорогие друзья! Жеку этого! А ты офигел, я тебе честно скажу, Жека! Как ты так? А как ты так вообще всех убил, а? А вот просто я
Наигрался. Ага, то есть ты вне серии играл, набухался вне снайпера. Все понятно. Опять наш лысый дров набухался. Лысая карлица, конечно. Я уже не лысая карлица. Да, ты всегда в наших сердцах останешься лысый. Ваши обзывалки уже не работают. Работают. Ты говоришь, что не работают, но на самом деле тебе обидно. Это все трогательно. Очень трогательно. Нет. Какие мы слова используем на сей? Так где нахрен? Откуда? Че ты? Так, ты собака. Ах ты ж... Ты шо, фики-баут. Вы не умный. Давай. Игорь, ты где? Та-ра-ра-рам! 1-1-0! Я не сидел? Не лежал, точнее? Лизнул, ты... Лизнул. Я просто тебе в глаз, как белки, там... Потно, очень потно, пацаны. Слушайте, да, что-то как-то потно. Инвизибле! Чё ты сказала? Инвизибле! Ещё раз! Что вы раете, дебил? Инвизибле, можно? Мне вообще нельзя такое говорить, Игорь, на серии. Он просто говорит, он плохо знает произношение английского языка. London is the capital of Great Britain. Вы мне мстите, да, за прошлую серию? За прошлую? Может быть, за... Эдисон, говно, я только взял снайперку. Только говно, тебя, да? Увидел. Жопа. Мстите, значит, мне, да, мстите! Не надо, все, Игорь, может, ты включишь инвиз, ничего? Ой, это спид, подождите, это я спид выпил. Охренеть, Джека уже спалил, где я? Я ничего не спалил, я тебя не вижу. Джека уже спалил два раза, где я, зашибись. А, вот извините. Третий раз спалил. Ну да. Обманщик. Я ничего не видел. Ну, если ты видел, ты обманщик. Ну, я не видел, поэтому я не обманщик. Когда меня палят, другой человек палит, значит, ты должен сказать. Ты собака тупая, Игорь! Сутулая! Паскуда! Я не сделал, я пытался тебя спасти, но нет. Ну и говно, я не знаю, он даже с препятствиями выигрывает, это просто... Он меня толкает нахрен! Раз, пацаны. Три раза, понимаете? Раз. Как говорится, один раз? Это хардбас. Да. Один раз это хардбас. Если он нашим заслушает, он, знаешь, он за это время нас сейчас всех убьет. Давайте мы будем играть, а не тараторить курицы! А прикинь, короче, от Эдисон! Заколебал! Плохой, что такое? Ты куда стреляешь? Куда стреляешь? Ты что тут стреляешь? Стреляю тут. Напердели, дебилы. Я предупреждал. Это мы знаем. Каждый день из соседней комнаты слышу. Во-во. Пацаны, давайте вылезать будем. Давайте не будешь. Ты первый. Пацаны, давайте без этого, хорошо? Давайте скинемся. Нет, давайте без этого, пожалуйста. Эдисон, пожалуйста, извини, я случайно. Чё я тебя рукой убил? Ты чё тут делаешь, собака? Кто кого убил? Залезть, там было лестничка вообще-то. А кто кого убил? Я Эдисон, я испугался. Как ты меня нашел? Да потому что я тебя видел через стекло. А, чёрт. Сверху. Тут же есть стекла. Ты посмотри на него, где он спрятался. Игорь, инвиз включи. А где этот? Вот этот, последний. Последний. Последний герой. Последняя лысая казатка в этом мире. Вот именно. Ничего не именно. Именно. Ничего не именно. Да все именно как раз таки. Я здесь Игорь. Ты здесь, да. Капец вы дебилы, вы просто дебилы, конечно. Да мы вообще кончены, понимаешь? А-а-а! Игорь, твою мать! Что? В прошлом раунде ты просто меня толкал, сейчас ты стреляешь нахрен. Ты офигел, вот это я стрельнул, а там я не стрелял. Да. Так что это все клевета, обман. Не верьте мужика. Не верьте. Я понимаю, меня спалили, да? Мы не верим, никому не верим.
Ничего не понимаешь, что за... Ничего непонятно, как жить, как жить? Эдисон, жопу простудишь. В смысле жопу? Тебе мама не говорила, что на бетоне сидит плохо? Что, наверное, ой, темно. Кто выключил свет? Кто выключил свет, Игорь, признавайся. Хорошо, а тогда смысл от этих пукал как? Потому что, ну, допустим, я ничего не вижу вообще. Ошибись. Он же в меня кидал. Опять я. А то, что Игорь там стрелял пару раз, от ничего. Да иди ты в жопу, это всего пару раз туда, куда и ты, чтобы было больше эффекта. Ну да. Конечно. Игорь, смотрите на него. Мне страшно того, что Эйсон знает, где я. Ну так может ты выбежишь уже, я не знаю. Нет, я не хочу, ты охренеть. Меня убьёшь, что я-то не знаю, где ты. И чё, сейчас давай будем 40 минут сидеть на одном месте, я буду ждать, пока ты выбежишь. Или я должен к тебе прибежать. На самом деле, есть выход всегда. Есть выход всегда, понимаете, даже не один. А, у меня инвиз пропал, Эйсон, извини. Спасибо, Игорь. Да я не специально, он кончился. Я не видел, где ты. А-а-а, теперь видел. В смысле видел? Как? Я тоже пальнул, почему? Чё таки? Это камбэк Израиль или нет? Я в нервишки щекачу. Нервишки он нам щекает. Не надо нам ничего щекотать, Игорь, пожалуйста. Пи-пи-пиу. Да кто спамит этими фунялками? Игорь, ты меня... Немножко, ну... С ума сошел, мне кажется, немножко этот человек. Эдисон! Да чё за... Я еб... Ваши! А чё, кто-то убил кого-то? Да, он меня убил! Тупыми ножиками! Игорёк... Ай-яй-яй, побежал! Ты что ты вот, зачем ты вот что-то говоришь вообще? Взял, побежал такой, опа, упал, отжался! Я везде, понимаешь? Ну ты чмошник. Оооо, вот это серьезное оскорбление, Жека. Я думал, ты это не это. Логично. Я в твоем сердце. Ну это достаточно прилично. Я не понимаю, нифига. Ой-о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 й-
Интригант, интригант, интригант. Интригантка какая ты. Господи, божечки, кошечки. Мне очень интересно, что сейчас Жека сделал. Очень интересно. Че? Ты реально... Жека, у тебя со зрением все нормально? Че, я ничего не понимаю. Охренеть просто, как вообще такое возможно? Че? Ты смотрел ему прямо в голову! Да? Я в шоке, я в шоке. Звезда в шоке, посмотрите на нее. Да как это возможно? Да как вот это, да. Это, конечно, вообще печальная такая ситуация возникла. Я отбежал тут, что? Я тебя по второму кругу все отбежал. А я реально на него смотрел? Смотри, ты был на этом балконе, ты смотрел вниз, и он прям под тобой стоял. Ты его не видел? Ты три раза туда посмотрел. Я смотрел наверх балкона и не увидел его, алло. Так он тебя прям в затылок смотрел. Видишь, он такой серый с коричневым цветом, и он как раз сливается со скином Икаря, короче. Я плачу, пацаны. Я плачу и не трачу. Пацаны, это уже очень... Нам наоборот, ну ладно. 2-2-1, пацаны. Это как 3-2-2, но только 2-2-1. А у кого один? У Игоря. У меня. Игорь. У Игоря 2 и не будет. А то сейчас Жека может выиграть. Или я могу выиграть. Какой пацан? Так, это типа меня так это... Show me the way, Туганда Маквин!
Shadow Priest, кок-кок-кок-кок-кок. Ура! Спустя 30 серий! Король повержен! Ой, весны вспотел. Главное, что не обосрал. Зато как интересно, интересно. Страсти, накал страсти, понимаете, пацаны? Да, я не всегда жизнь смогу выигрывать. Да, поэтому я прям уже сам хочу новую серию. Я надеюсь, то, что вы также хотите. А если хотите, то обязательно ставьте лайкусики прямо сейчас. Тихо, дебил, что ты делаешь? Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Тебе же Калханаш в серии обещаю.